Ну, вот что говорит. Садись ближе. Вот сколько русских летчиков ты там зафиксировал? Ну, кроме Маршудова. Маршудов? Да, Маршудов, Азербайджан. Больше я... Остальные все русские. А приблизительно сколько ты насчитал там? Ну, где-то человек 10 есть. Все свои самолеты имеют или как попадете? Да нет, самолетов сейчас мало. 125-й, по-моему. Один летает только. Это в Дарае? Нет, 125-й в Кургане. Афганцы тоже находятся в Кургане. Афганцы на вылете? Нет, они еще. Им еще много. Ну они что, раньше с нашими летчиками не тренировались, не летали, ничего? Нет. Они только не ничего. Они все. Сейчас в Кюрдамире сколько самолетов? В Кюрдамире? Значит, один Су-24. Второй Су-24, Су-25-3, и 5 или 6. Прибыли 9-10 самолетов, да? С вами на пару сегодня летел какой самолет? 25. МиГ-20? МиГ. Значит, вы на изземлении получили сигнал, что вы обнаружены или сбили? Да. Из школы у меня не работал. Не работал? А вы что, не знали, не работали? Что... Нет, из школы работала. Да. Нет, тогда я... Не зафиксировал? Не зафиксировал. Это сегодня? Да. Да. А про Кировоградский аэропорт что-нибудь знаете? Гомчана что? Нет, я там... Гомчана нет. Нет, на вертолеты привезли в доляры, все. А вообще не слышал, там сайт самолет. Да, по-моему, оттуда не летает разговорочек, даже не знаю. Кировоград это Кенджар. Да. Оттуда не работает, по-моему, в Москве так же. Базируется сейчас только в Кюрдамире, да. Там же большой аэропорт. Я не знаю. Ну, наверное, это связано еще с тем, что... Там негде разместить группу посыл, я так понимаю. Ничего не сказали правильно? Нет, с Генчиной не приезжали. Еще 20. Разговоры не слышали. Вот меня очень интересует такой момент. Вот очень интересует. Вот вы как представитель чужой республики. Для Азербайджана, для... У вас какие мотивы? Только, ну, финансы понятно. Ну, финансы заработать можно и у вас в Киргизии, идти какой-то там грабеж делать, если на то пошло. Людей убивать и деньги тебе делать. А ты здесь убиваешь совсем неповинных людей. Для твоей нации мы, кроме порядочной дружбы, ничего не делаем. Правильно? Я же говорю, как наш президент помогал вашему пострадавшему народу, когда было землетрясение, когда было вам плохо. Как ваш президент Акаев принимал нашего президента? Мы здесь радовались за вас. Радовались, что вы так уважаете наш народ. Вы как это смогли себя унизить до этого, чтобы прийти с нами воевать, и то таким гадким способом? 4 бомбы. Еще у вас... Если не погибли, сколько бы мы могли зла принести нашим народам? За что? Мы вас не знаем, вы нас не знаете. Разве ради денег? Ведите у себя дома, там, что хотите, то и делайте. Ну там как получилось, когда в Баку был разговор о том, что Карабах является
Ну, мы-то не знаем историю. Ума? Я не знал. Миропе, миропе. Еще нам сказали, что Карабах является азербайджанской землей. И это все занято... Воевайте с азербайджанцами. Вы офицер, вы 49-го года рождения. Вы могли бы взять какую-то книжку, почитать? Или какую-то информацию для себя иметь, потом делать выводы? Они говорят, что Карабах их не земля. А я говорю, нет, наша земля. Это наши предки и... Наша история. Вам трудно было взять, почитать, потом сесть за штурвал самолёт. Да, вот потому не попадает, потому что у вас было желание как-то отомстить, я не знаю, за что и почему. Никому не надо желание мести. Ну, убивать человека, вам что, это такая легкая дорога работы, да? Ну, это нормально, Баксин. Ну, вы сами должны понять, что за эти преступления карается во всем земном шаре одним. Что это карается, Павлович? Вы в Ереване были вообще? Вы имеете друзья? Ну, чем от вас, друзья? Да, да, вы позовите. Он сейчас где? Вы знаете? Он уехал, демобилизовался в Астрахани, там он там остался. Ну как расценивается среди вас? Я не говорю среди летчиков, да, и обслуживающего персонала тоже у всех. Азербайджанские поражения как? Ну как это считать? У них чужие. Какая армия? У нас какая армия? Разговора. Судя, значит, азербайджанская армия котируется очень низко. Потому что, если так, из разговора я понял, ворует очень много. И для армии у них средств не хватает. Офицеры даже, азербайджанцы, по 5-6 месяцев не получают денежного удовольствия. Так, находясь в фронте или? Да, находясь во фронте, наверное. Да. Это я когда уже начал летать, я без разговора. Ну как они расценивают свое поражение или гибель стольких молодых людей, которые они тщательно скрывают от своего народа? Я что-то не слышал. Ну, вроде бы разговор был о том, что сейчас... Наша война с азербайджанцами мы не сделали. Это не наша. Это ихняя затея. Вот, хотя бы вот это должны были для себя усвоить. Немножко понять, куда вы идете, зачем идете. Вы знаете, ваши 4 бомбы или 3 бомбы упали там. Кого сейчас лишили вы сами жизни? В конечном итоге есть человеческая простая логика. За что самому погибать? Вам-то за что погибать? Это еще счастье, что ты так сидишь здесь и куришь с нами. Для тебя счастье. Для твоих детей счастье. Вот так тебе фотографировать сейчас и отправить детям на подарок на это вишню. Как папа воюет с армянскими боевиками, да? С простым армянским людям, которые вот так на холод, на голод все идут и свою землю защищают. А жена какой нации у вас? Она согласна, что она не знает. Она не знает? А ты что сказал? Да, я сказал, поеду в Россию на завтра. Ну, смотри, ты прекрасный военнопомощник. Везучий парень.
Те ребята, которые сейчас мерзнут, чтобы тебя там подождать, твоих друзей, этого не видели еще, таких потерь. Терпеливый у нас народ ко всякому говну, извините за выражение.